101. Сводка пожаров и происшествий. Будьте бдительны. 24 августа в 12 часов и 49 минут в Центр оперативного управления Пинского ГРУЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Сушиск. Прибывшие спасатели установили, горят два хозстроения и сухая трава. В результате постройки были уничтожены огнем, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия о выжигании сухой растительности.